Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим биточки из фарша с подливой в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 500 грамм мясного фарша, у меня смесь свинины с говядиной, половина крупной луковицы весом 80 грамм, одно яйцо, 2 дольки чеснока, 40 грамм манной крупы, 80 миллилитров холодной воды, соль и смесь перцев. Для подлива нам потребуется 2 столовые ложки сметаны, это 80 грамм, столовая ложка томатной пасты 30 грамм, 300 миллилитров воды. Мелким кубиком порежем лук. Вот таким образом. Мелко порежем чеснок. Если долька большая, тогда одна, если не крупная, то две. В чаше смешаем фарш, яйцо, измельченный чеснок и лук. Добавим манную крупу. Если вы готовите совсем маленьким деткам, фарш необходимо прокрутить 2-3 раза с помощью мясорубки, а лук измельчить с помощью терки. Добавим 1/3 чайной ложки смеси перцев или черный молотый перец. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чайную ложку с небольшой горкой. Все хорошо необходимо размешать. Для сочности добавим 80 мл воды и еще раз все хорошо размешаем. Готовый фарш пусть немного постоит, чтобы манка набухла. Достаточно 5-10 минут. В это время займемся приготовлением подливы. В холодную воду добавим 1/2 чайной ложки соли, сметану и томатную пасту. Все необходимо хорошо размешать. До однородного состояния. Сюда же можно добавить 1/2 чайной ложки смеси перцев. Добавляю смесь перцев. Еще раз все хорошо перемешиваем. Подлива готова. Влажными руками формируем небольшие округлые котлеты. Это и есть биточки. Биточки от обычных котлет отличаются формой. То есть они должны быть круглые. И по виду напоминать тефтели. То есть вот такие круглые котлетки. Выкладываем на дно чаши. Примерно одного размера делаем. Выкладываем достаточно близко друг к другу. Биточки заливаем подливой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме тушения 40 минут. Для этого уменьшим время. Нажимаем старт. Через 40 минут биточки будут готовы. Прошло 40 минут. Вот что у нас получилось. Гарнир подойдет любой. Вот такие очень вкусные ароматные биточки с подливой у меня получились. На гарнир у меня сегодня картошка, но в принципе подойдет любой гарнир. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!